В данном видео мы хотим показать три игрушки, которые называются взрывные диаманты. Созданы игрушки по одному принципу, и сделаны они из термопластичной резины. Первая игрушка размером 25 см. Мячик имеет прочные ручки. На самом мячике есть шипованные части, которые будут массировать десна собаки. Мяч довольно плотненький, его сложно сжать. На второй игрушке мячик немножко больше по размеру. От первой игрушки это отличается только шипованной частью, цветом, размером и плотностью мяча. В третьей игрушке посредине уже не мячик, а кубик с шипами. По бокам кубика расположены узлы. Все три игрушки сделаны из прочного материала, поэтому прослужат длительное время.